Всем привет, с вами Денис. На моем канале давно не было обзоров, и сегодня я решил записать его. Сегодняшний обзор посвящен средству для чистки тарелок Symbol Cleaner от компании Sebian. Данное средство было приобретено в магазине BlastBit. Сегодня мы посмотрим, на что оно способно. Это мой стандартный сет, который я использую для всех записей и концертов. Он состоит из тарелок Sebian и ED Symbols, которые различаются покрытиями. Как вы можете увидеть, тарелки в очень грязном состоянии. Сегодня мы будем убирать эту грязь. Я начну чистку со своего старенького хэта Sebian, на котором нет логотипа, и обработку поверхности можно производить одинаково. При чистке я пользуюсь тканевыми салфетками. Перед тем, как начать чистить тарелки, нужно хорошо сболтать чистящее средство. Затем наносим его на тарелку и начинаем растирать салфеткой. Важная деталь при чистке. Средство быстро засыхает, поэтому чистить надо быстро. Вот такую грязь мы счищаем с тарелки. Итак, сейчас я почистил половину тарелки, и разницу вы можете увидеть. Верхняя часть хэта готова, теперь продолжаем чистку остальных тарелок. Для того, чтобы не стереть логотип при чистке, важно не нажимать сильно на эту область. Теперь приступим к чистке тарелок ED Symbols, посмотрим, как средство от Sebian справится с ними. Справилась на 5 баллов. Ну что ж, чистка тарелок окончена, давайте посмотрим, что получилось. Итак, что я могу сказать в конце этого обзора? Мне очень понравился результат чистки данным средством, и я рекомендую вам всем его использовать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Денис, пока!